Вы знаете, у нас в этом году большие праздники, у нас 90 лет Московская область отмечает, 90 лет отмечает также городской округ Щелково, ну, Щелковский район. И вот череду этих праздничных мероприятий мы начинаем с прекрасного праздника Гребневский, как вы правильно? Заиграй! Гребневский заиграй! День выдался ненастным, а слова говорили добрые. Местных тружеников награждали грамотами и подарками. А со сцены озвучивали информацию о перспективах развития территории, которые стали возможны в связи с появившимися планами реконструкции усадьбы Гребнева. Также гостям праздника рассказали о заключении соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Московской области, о включении речки Любосеевки в программу рекультивации малых рек Подмосковья. Жителей порадовали театрализованным представлением, выступлением вокального ансамбля народной песни «Подружки», всех угостили пирогами. Устроители праздника очень по-родственному приглашали на сцену молодых родителей, у которых произошло прибавление в семействе.